Святитель Николай Сербский, миссионерские письма. Письмо 242. А из Призена о предсмертной болезни. «Не боюсь смерти, но боюсь тяжелой предсмертной болезни», так ты пишешь. Многие так думают. Но настоящие христиане думают иначе. Они полностью предаются воле Божией, ибо знают, что болезнь посылается для очищения души. А кто любит чистоту, разве боится воды? Телесную болезнь перед смертью попускает нам Творец, словно ледяные горячие струи воды, омывающие наши души. А если это так, для чего же нам желать внезапной безболезненной смерти? Многие праведники страдали перед смертью. И кроткий Иаков болел перед разлукой с этим миром, и певец покаяния царь Давид. Если бы были наказуемы болезнью те, кто с Богом разговаривал, что же тогда остается великим грешником? Подумай, каждый день Божий умирает тысячи стариков, женщин и детей. За редким исключением они болеют и в болезни расстаются с этим миром. Почему ты боишься небольших предсмертных страданий, если их не боятся старики и дети? Некоторые святые молились Богу, чтобы Он послал им болезнь, чтобы смерть не пришла без предупреждения, и они не умерли без покаяния. Чтобы не оставить этот мир прежде, чем горечь страданий уничтожит с собой всякое вспоминание о плотских удовольствиях. В Писании сказано: «Господь, кого любит, того наказывает». Следовательно, тех, кого не наказывает, неохотно принимает. Поэтому не завидуй тем, кто без боли и страданий покидает сей мир. Вспомни предсмертные страдания Спасителя. Вспомни страдания святых апостолов, пророков и мучеников. Вспомни о них. Вспомни о тысячах неизвестных, каждый день умирающих на больничных койках. И отбрось всякий страх болезни. Жди терпеливо. А если она придет, прими ее как дар Божий.